От участия в выборах мэра Хабаровска отказался один из кандидатов. Это самовыдвиженец Сергей Елизаров. Теперь на пост градоначальника претендуют 4 человека. Между тем, избирательные бюллетени уже напечатаны. В городе идет досрочное голосование. Как решение Сергея Елизарова повлияло на ход выборной кампании? В репортаже Ксении Брониславской. Сотрудники участковых избирательных комиссий всю ночь вычеркивали из бюллетеней имя кандидата Сергея Елизарова. За 4 дня до выборов он отказался от борьбы за пост мэра Хабаровска. На информационных плакатах уже сегодня заклеена его фотография и исходные данные. В бюллетени внесены правки. Специально мы приняли постановление, там прописано, каким образом зачеркивается фамилия. Каким цветом ручка должна быть, до какой, значит, до какого, как говорится, положения строчка это должна заходить. На пост мэра Хабаровска изначально претендовали 10 человек, но по разным причинам горосбирком отсеял 5. На отмену регистрации одного из кандидатов повлиял Сергей Елизаров. Он пожаловался на то, что самовыдвиженец Алексей Вурсин неправильно оформил документы, и того сняли с выборов. Теперь и сам Сергей Елизаров сошел с дистанции. Досрочное голосование на выборах мэра Хабаровска началось 29 августа. За это время проголосовали 562 человека. Бюллетени, в которых будет поставлена галочка за самовыдвиженца Сергея Елизарова, будут признаны недействительными. Повторно проголосовать нельзя. Теперь на пост мэра Хабаровска претендуют 4 человека. Сергей Кравчук от «Единой России», Сергей Безденежных от ЛДПР, Никита Михалев от «Справедливой России» и Максим Кукушкин от КПРФ. Единый день голосования состоится уже в это воскресенье, 9 сентября. Ксения Брониславская, Виктор Казаров. Для программы «Новости».